Рыбам Булдардвазым, Ибирбан Ульянская правда в студенде, Малалай Зибратвар, Пулдарула Тивашембе, Палаш Тарас Азея. Паэм Бирин Судире, Вячеслав Николаевич Буяндуков, Челнарай Менди, Тивашин Автономии, Пуслахи. Рыгун Булдар. Рыгун Салам, Булдаштем Салам. Тивашин Салам, да. Да. Алло, прежде всего, хочу, Николай Николаевич, сына, великий праздник Пасха. Мунгун. Мунгун, сана вот такое вот страусиное яйцо. Это эмо. Эмо зимарди. Никсанда гурматик мы ебалны. Тогда будет. Но леди вырвал, чулбек не вырвал. Ну вот, Христос воскрес. Чондерым десе. Да. Да, да. Ну, вара, мала, кайрга, каласа. Да, эбэ... Устазь урал заюсун не каласа барырга. Эбэ, как говорится, рожден в рабочей крестьянской семье, мана те полно шофер. Вот целый район где пухтельялин здесь урал. Да, 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 пухтельялин. Да. Uh-huh. Вот. А те шофер, они, Николай, они любовь. Нет, Николай, я. Отчество. А Николай Григорьевич. Николай Григорьевич. Да, ага. А они Любовь Петровна. Любовь Петровна повар держит. Да, да, повар. Uh-huh. Вот. Все равно бы это Пухтель. Дельнди. Дельнди, так. А выросли уже в Сака-Якутии. Мизерия Дюхнегайна. А дядюх не хайни? Ой, в 3 месяца. Визе уехала Якутия из-за. Да, 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 да. И там прожили мы 7 лет. Ага. Старах Порондурна, мы Юган жив бури. Река Яна. Яна. Ага. Это поселок Северный. Ага. Вот, узнав, что у меня инвалидность второй группы, Кускурмас, ага, отправили Цельнара. Куда? Ульянская, говорили? Ульянская, да. Это школа-интернат полно, ага, слабовидящих детей. Вот, ага. И, да, я бы учился. В Рене. Да, в Рене. И вот. Затем закончил училище культуры, поступил, да, Ульяновская. Ульяновская, да, поступил там, в Самару Академию культуры и искусств, mm-hmm, закончил преподаватель художественного творчества, дирижер русских народных инструментов. Mm-hmm. Ну, был баян, играл в оркестре на контрабасе. Mm-hmm. Музыкант. Да. Это Туанзем, Кураганзем, Казар. Тивашла Бреньмин Пергунда. Сабахта был Тивашта Галаза билет, но на Пангунда Дивар Галасма. Самбада выросла Тивашта Галаза. Да, 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 да. Волнение. Да, сяпла. Вот. И также затем отработал 5 лет на сахарном заводе. Там был, он, да, был клуб, художественный руководитель. Вот. Пригласили... Училище Хусена Дугу. Да, 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 да. Училище Хон. Затем пригласили в парк Свердлова, где его потом возглавил, куда? Это Ульяновский, да. Ульяновск, да. Работал также в парке молодежном, угу, перешел в Виновскую рощу, где сейчас ИСЛЕП. Угу. А, тогда ИСЛЕП ПБ ПК Ульяновск с Анатолием Георгиевичем Еленкиным. Ага. Мебель. Мебель, да. Да, Садель Буган Дваган, комбинат Эйбер. Да, да, да. Угу, играть. И вот... Вот Ульяновская гильдия, чем на районе, вара... Мземеш сюда, мели за всяк чевашный бесихлан загаран. О, это был, по-моему, 16-й или 17-й год. Ну, тогда еще Владимир Ильич Сваев, полно председателем УЧНК. Угу. И вот они с Анатолием Георгиевичем Селенкиным. Анатолий Георгиевич тогда был депутатом законодательного собрания. Сябла. Николай Николаевич, то вы, наверное, так раз и участвовали уже, в этом все и помните. Даже и при вашем участии это все. Ну, Пухова был на тюн, да. Вы тогда редактором были и как раз освещали эти моменты. Сяк Пухура был полный. Да, 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 да. Полный, ага, Асладов. И вот возникла мысль, почему филиал не создать в железнодорожном районе УЧНК. Посовещавшись, меня пригласили. Вот, вы создали в железнодорожном районе филиал Согласия, Кележу. Вот, раз, раз. Вот. И сейчас до сих пор существуем, работаем.
Работаем мы тесно это, с 15 библиотекой. Угу. Там замечательный коллектив. Руководит там Сидорова Нина Александровна. Вот с ними и помогаем и книгами, проводим мероприятия. Ну вот когда озайлюсь за книгами дернега, он да я бы прикажу запомнить, что надо чеваш книгам сахантора гунда. Всяк у Анатолий Григорьевич Георгиевич Полушнибе из Егидинзем бурдировал. Да. Вот тогда миллион да пуян лапмала всяк мне фонда. Потихоньку, с трудом. Да. У нас же общественная организация. Мы спонсируемся только своими силами. Ну, вы знаете, Галарас Манамен, поначалу к себе, вы знаете, вырос книги Зенек на Илесе. Ваш книги Зенек вара, куда общественный фонд ран, вара, вот, кам спонсор, да. Кам спонсор. Автономия. Да. Наша. Автономия Буяндуков. Да. Ну, там Анатолий Георгиевич, терепотом Буйндуков. Мы из Иксиринда. Да. Вот теперь где Шубашкара, когда из Игзен, лайк. Вы как раз тоже присутствовали. Да, Тявашка на Игзен. Да, ездили. А тогда у нас это 47-я школа ПУР. А вот, Херсхитима школа Бурунда. Да, и она имени Яковлева, нашего просветителя. Ага, он да, мы с Кир. И вот мы 21 числа, апреля. Угу. Помогаем там, в этой помощи участвует и Бабайкин Владимир Петрович, и Раида Васильевна, тогда Владимир Владимирович Грузинов. Грузин. Грузин, да, а. Грузин. ЭБ. И вот совместно мы с директором школы пытаемся им помочь в плане организовать выставочного павильона, посвященного нашему просветителю. Вот к натузам тумала, я был. Вот, то есть мы это. Ну да, менгерлига, кам булшма булдарата, мен думал булат. Ой, там они павильон с репродукциями там, с как их фотографии. Яковлев Снегдарт Малан. Да. Там, да, Николаев Космонавт. Да, фотографии Бузан Лайх, Пиделайх. Ну, это... Чувашным Павлом Зинзинем. Это в дальнейшем, я так будем развиваться. И вообще, нам дали честное слово о том, что с 1 сентября там откроется доп. Образование чувашского языка. То есть мы с него сейчас не слезем. Ну, халь сюха вы зеним. Пока сюг. Ну, вот это я не узнал, Пальдерих подозревали, Лешу подозревали. Это было еще при Олеге Николаевиче Мустаеве. А, обзамку на Пилик Шулгай Лахпанова. Да. И вот так получилось, что мы... А Пилик Марболь, Тват-то были. Да, Тват. Ну, он да, тем их тумах адр себе галзан. Да. Вот, срин, идея кишмала была. Мы взяли вот это на контроль и думаем, доведем до... Логического конца. Я дарил за 7 миллион, да. Он да, отчет по Набегнамар, вот я первый, Яковлев Ядзелле, первый, когда Тиваш не дозы. Тиваш один не пусть армала, он да, вот им палах Тивашла пельмеси. Сам за ним Малдан выросла, когда он да Тиваш азбуку зе не вред мели. Он да, мели обзан. Вот мы, Николай Николаевич, вот как раз тему-то поднимали с вами вот до репортажа. Да. О том, что действительно у нас, вот я чуваш. Хочу изучать чувашский язык. Лайхрах. Да. Где мне? Куда? Вот. Ну да, литературу могу почитать. А где специалисты? Вот куда Вячеслав Николаевич Лухальмезинингалат. Хулара, Сидыннезинзем, Хулара и Сунзем, ну май же Чевашла Пельмесе. Да. И кое-что говорил за себя, вот Вячеслав Николаевич, ходи сам бегах был, не к сам дать Чевашла Веринзем Гурман. Андяхта у нас кому-либо уровень, мы лет бы кружоги, он да выжарник был в школе, и сам бег. Мәледір сәнді ергелі зәрзан, күндарында қалек қамырақ тұршмала болады мәледі бұзан. Я думаю, таких много. Да, ну май, пілешін. Таких много, и наверняка и к вам в редакцию обращаются. Пұрсы он бек кезен, я басыла бұн бек. Ну, вот зен, пір зымақ тивашла білмейінзен қызен бұр. Ебі тиваш тесе, хозен тивашла пір зымақта білмесе. Вот ман темінді вренес келе, сәктөкене, мәлед Вот и их нельзя отталкивать. Да, тепла. Их надо как раз соединять. Тишь мала, тишая маламар, турт мала, в земле берлин, юдаждем, адизем берлигелеси в земле. Да, вот это я и думаю, что наша первоначальная задача сплотить нас. Тепла, адя зене, в зене,
пропаганды гирли, агитации гирли. Я сам охран, вот куда хамзин не галан беплата. Я бы одяна, чеваш херадяна, патикелих, калана, вот чеваш аслогалах, чеваш тем музеем. Вот он вылыхалах, аслогалах тези галана. Вара вот и кимешкала сара, куда вы зене калана. Хамзин, куда класса чеваш тези. Ку сиксадны, эба чеваш тези, похаптите, патингна драптите. Хайди куда пульжилите, мэн, тохтабулында, перерыв пулында. Пилли гунултым будес. Ептедеваш тезегаластет. Ман аннедеваш, ман аттедеваш. Ахузим выданны галама. Возенен гамда ландарман. Вот тепчана галашан. Вот. И мы, разговаривая с директором школы, 47-й тоже, он говорит, ну как, у меня вроде и чувашсем сюк. Как сюк? Вузин, как сюк? Я в Киндяковске работаю, я да. Половина родителей Пылеп. Да. Потом... Вузин Адидембург. Да, да. Я говорю, вот же, по фамилии даже можно определить. Ну, они себя как бы не считают. Вот. Вот а перед деньги лет. Да, а вот это вот потеря. Вот это для нас потеря, когда уже говорят, тадлад, что. Тадлад. Да. Вот хотелось бы это все придать этому движению. Да, терес. Он да вот Хальтер себе галсан ялда, да, вышла галсма одна сядя не вошла. Вот за ней вот он натрамала, вот сами чевашхалки пинбинзюн бурнат, осло, паттер дезе, меллегна нужа видер духман. Первый космонавт Пурхамрон. Да, да, да. Мало кто. Тандибиди висимаш космонавт, да. Третий человек. Да, космос работал. Да. Это же такая легенда. Он дать ваш лекне, это ваш лекне. Лагаль лекне вид. Вот. Савзин Ландермала бирн. Агитация гирля, ну моя нахерли. Терес. Работа, да, да. Угу. Сырхаварн семь немели. Двое детей. Одному 7, другому 10. Мама еще жива, а те, конечно, Азю Вильня, да? Да, Вильня, а вот мать 45-го года, пока. Ну, мой борн, да, да. Вот. Воспитываем, ну, тоже пытаемся. Вот я была думала. Да, пытаемся воспитывать. Всякие баланы, да. Чаваш лаврентир. Они серебростатные время зенди, вы знаете, чаваш, сам, да, чаваш юни пулдр, вы знаете, озы пулдр, оженди. Вот, ну, мне после резер, сейчас уларис, волтом шулда филиал после них не мало, мысли медендер. Вот он на каждый жил винно в Карашинде и дед Агадуй. Ну, не каждый год, сейчас это же. Малдан не дети в Карашинде. Да, Малдан, да, это да, потом это на ипподром перенесли. Ага. Но мы пытаемся сейчас возродить и делать это либо городским Агадуй. Угу. Либо железнодорожный в район. Ну, я так думаю, мы найдем с городскими властями общий язык и проведем. Есть Пулат областной, угу. Агадуй, это ипподром. А мы как бы совместно тоже с областным УЧНК, все совместно, угу. С Владимиром Петровичем Бабайкиным, угу. Проведем тоже городской. Я так думаю, это еще пока в планах, сейчас это, дорожную карту будем рисовать, как это было. Ну, сырым план займем десяк, ученика ба, Владимир Петрович Бабайки ба прилегли. Да, 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 ну как же. Мы... Это на планду забарадар, да, да, Волпельзедрат, Сырин да. Район, да, Маскер был от Малышли. Да, да, да. Ну, к сожалению, просто у нас финансирование не такое, ну, тут отделение-то у нас маленькое. Ага. Вот, мы, исходя из своих средств, все это. Почал по массере, пропустил. Всю. Ну, спонсор дим. Да, 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 да. Коллег Еленкин, коллег Буяндубов. Да, да. Ну, средства Сулупадрин, да. Ну, большое, конечно, огромное спасибо, конечно, Анатолию Георгиевичу. В нашем же дорожном районе он один из немногих, кто прям дрожат. Прям всегда поддержку. Вот это. Чуваши не сам, да, пусть радар, и ты. Регион за недвижимость, да, сам за нее хвортин, это мельни хадерлини дарунда, мельни. Ой, ну как это, сарафанное радио? Телефон? Да, телефоны, там, друг подружки, чаепитие этого. Ну, вся планда, да. Ну, а как-то там надо точки соприкосновения искать, разговаривать. Ну, команда рунда, идет мельни, кельце. Да, да, да. Ну, даже, понимаете, приходят даже и в РУС. То есть, в РУСМД? Да. А он до Трилихала плывет. То есть, он там, туда Дэнде зюресе, он до Мордвада зюрет, он до РУСМД думает. Он до Чаваш уяве, подым халух уявне зябрна. Да. Пурде отошлась, Чавашка вигалась, пурде отошлась. Да, да, да. Тем более у нас это, песни заводные. Да, приятно, слава, он до цыган зюрет дошла. Чавашка вигалась, ты кем же говоришь, что цыган зюрет дошла.
Пулежинде праздник, я. Как говорится, заиграет гармошка, ноги сами идут в пляс. А наши частушки яркие. Хальвара, мы ли баян, мы ли инструменты мегалькалатных? О, сюк, вообще, как это, закончил Академию культуры и искусств, и все, я... Сам мембур, вы организаторы снегают? Да, то есть уже сейчас абсолютные времени. Организаторы? Да, и только вот мероприятия какие-то эти. Ну, мне Якутия Таврнарга, каждый день Якутия сица гурман, каждый день Якутия пурнман, сама дома она интересна. Вот, мен сица тем бурн, мен асараю льдюн, да, Якутия. А запомнилось, конечно, это «Северное сияние». Мели? «Северное сияние». А «Сияние»? Да, «Северное сияние» — это когда выходишь, там, идешь в садик, а не идешь, а ведут тебя в садик, все это укутанным там, и смотришь на небо, и все небо, вот. Синусквак. Как, да, да, как вот. Ну, как ваша стенка, да, вот это вот впечатление. Сюда, да, да? Да, да. Вся вас район. Это прям, это... А можно садик, а зюрянь, да? Да, вот, нет. Школа газельгеремень. Да, потому что выяснили то, что у меня, ну, с возрастом, что я очень плохо курма. Ну, да, да. И проверили, инвалидность обнаружили. Аджанах вортракунда изигельзе. Да, да, да. И меня это сразу вот отправили. Вот что касается, я очень тесно связан с Цильной. Ну все равно, это Цильный район, где Да, я и родился, потом в Цильне учился, тогда Ислене, это сахарный завод, у меня очень много там. Ну да, сахарный завод, где мы с кем-то. А при сахарном заводе полно клуб. Клуб, сам клуб, да. Да, а это потом они его сейчас передали в район. Ага. А раньше это все обслуживал, ну и как раньше было. Парзавод? Да, завод. Завклуб полный, да? Художественный руководитель ансамбля. Ну да, ансамбль. Да, ансамбль, репетиции и так далее. Ну вот на ансамбль пызыкте, то есть такая зажуретесь в лагере? Да, да, да. Нет, Коняев, конечно, держал и хор, вот, все там было, так сказать, на высшем уровне. Ну, халь урхландин, да. Ну, пытаются они, это достойно тоже себя это, ведут. Ну, понятно, что денег не так на всех. Ну, молодцы, они тоже там поддерживают и клуб ставят. Казачурень, да? Да, 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 приезжают. Вот. Да и вообще там Нагаткин, это они, это вот Нагаткин, да и клуб, по-моему, новый-то построили. Еще пока, ну, строят. Да, вот зен юзав, а зачем это важно? Капитал юзав. Да, да, да. Антихта туда потеряли мембуга, ну когда парит, туда потеряли мембуга. То есть, а повернулась в хорошую сторону. Вот это интересно, мизе парк расления. Ой. Вот мизе парк расления, вся парк расследовал, вся миллион хоин мену. Уйрумлыги особенности ибер. Ну. Мен тумалам да. Ой, парки, парки, да, парки, как бы говорят, а что вы там делаете? Ну, вот, вот, да, а что там зимой, что там делаете? Ага. Там же ничего, карусель не крутится. Ага. Ну а как, а парки — это любимое место препровождения наших жителей. Синзин и Пусярмала. Да, неважно, зима, лето ли, осень или весна, кунда, келесь, отдыхают. Вот, и самое главное — это чистота. Тепла. Чистота. Это зимний, осенний, весенний период. А уже Унда, летний, это, конечно, аттракционы. Пуск аттракционов, разработка мероприятий. То есть все для наших жителей города и гостей. Тазамарбузан Пыраскельмез, Унда? Да, 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 да. Агетсу Махран, молодежный парк Панденерзега, там Унда Хеллиде, Унда Кубуса Сидлет Хошутне. Но там тоже ведут сейчас работы. Унда Юрласиде, вот Пиде Мелилаях, Синзелина. Да, да, да. Унда сюда Булзан, сюда Гирлипаллах, сюда Зуркаспа, Тухма, Пурде. Ну нет, ну сейчас освещение практически, насколько я знаю, во всех парках уже. Ну, вся блокировка. То есть тоже городские власти сейчас активно включились в парке. То есть они облагораживают, можно сказать, даже не жалеют денег. Они убирают, и сейчас дирекция парков создана. То есть это объединили, идет. Вот, мэн,
Сан перемеш полужаган зем, сан деридавра активы зем, хасар зем, кам зем? Ну, в основном вот те, которые, сказал Нина Александровна Сидорова, это вот такой косяк. Вот их там коллектив, они там... Алла Михайловна, да? Алла Михайловна, да, Чуваш Ади. Вот. Кусидорова, он хайн Убашкиды, Чувашаха? Да, она та самая... Хайбурсузан, да? Да, вырос, а активно нам... Вот у нас как получается. Ну, он да пыржать в лесе, ялан, я бунда, но май булна. Вы были ближе к нам, да, хасаржем после арнасе, мероприятия интересе. Так получилось, что это вот как раз это и в железнодорожном районе это вот ячейка, куда вот стекаются. А, центр Дебра. Центр, да. Сам добразный, мембер мероприятия. А была простая школа, как среди всех. Библиотека. Да, библиотека, да. И вот она. Ага. Разрастал. Вот они изрмебе хавалландрандр, самохрам. О, я тут это я даже не знаю, это наверное склад людей. То есть вот как раз подобрались все те, кто... Да, то есть уже все, я практически там это, ну... они там уже сами все это у них... Можу по... Вот Вячеслав Николаевич, Акумбек Эбалад Умаблад, на Андюкунда, на Маюк Сагель Марболь, сам активы сене, хастаржене, ларца, машинозне, автобусне, ларца, Шубашкара, Изагай Маблад. Шубашкардан Иземар, Сендервари районде, Андриан Григорьевич Николаевым космонавтом Вильдупри, Сяндагала, Сяврнзаг Меблад, ну, Яковлев Ялне, Изерема Блад, Коннагушкине, Сяндагала. А вот как раз это, у нас же 150-летие. Да, вот 175-летие, да. Как раз к этому и... Почему бы нет? Да, он да. Ну, Тарас бегал сам, у тебя время хозяин был Тарасе? Да, это... В Каштах, Хушан и Зарунда. Было бы желание и был бы коллектив. Первым были к всем бустарным зан, а автобус пока за кем плат. Мы же не знаем, вся года был агитации. Ты кам дабы зам, один из выборы. Обязательно. Ади курат, куда Чувашный из Нинген... Память останется. Да, Чувашный из Нинген галдяся. Николаев, Вильды Прибатни, из Тегурзан был, Эмберлиге астраивлад. Яколи сюралные алла из-за газа, а сама хунда, он такая лайх пида, яколи сюралные алла. Тем делу забдерни он да. Часовни де лайх лартна, или мила часовни халь, кивимар. Вот сам бег. Ну вот план зим, тогда хворен мен бур план зим. Перли ученка бэберли, и хворен и... Да, да, а какой-то... О каких-то бытовых мероприятиях тут рассказывать очень много, долго. Ну, пузыкизем. Да, вот пузыкизем, это вот действительно вот... Первое, это вот мы сейчас, который вот прям недавно была, это 21 апреля. Конференция была? В 41-й школе. А потом... 47-й. 41-й. 47-й. И Агадуй. Это 12 июня. С акцентом... Да. Сивых... Это вот акцент на вот это мероприятие. Угу. Тадах Пулат. Небольшие каникулы. Угу. Тут, а в сентябре мы начинаем там праздник сыра. А, Киргизра. Да, Киргизра. И там будем работать. Ну, да. Ну, Агаду из Эмбулас Хандегунда Парледу Малы. Ну, недавно как раз в Виновской роще мы, если тоже таких больших мероприятий, ну, средних, провели Саварни, это в марте. А, Сябла. Вот. Класс, где мы взяли уже за основу, то есть уже ежегодную. Угу. Ежегодное мероприятие проводить сыра. Киргизра. Не Киргизра, Саварни. Саварни, да. Саварни, вот в Виновской роще, где приходим, кормим кашей гречневой. Ну, вот блины, все бесплатно, все, чай. Коллег Халухан Парлебустар. Да. Хорошие песни, хорошие танцы. Юрад Абзан. Мала сагазе, если бы мала булдур, тогда хозяин Абзан тогда был убрха, Сыримбе тогда. Да. Хоть тогда зерен менкала малый бурый, перен вогод пацей брат, анде, тогда, ну, мой умар, мен. Тогда менкала захмарашан, вот чеваши не менкала захмарашан. Ну, самое главное, что мы хотели здесь и сейчас поговорить, о том, что надо объединяться, надо не забывать свои корни, надо те, которые сейчас в Ульяновске живут, чувашцы, которые даже не знают язык, как я, как другие, надо объединять. Эта проблема не только у нас, не у чуваш, а у наших соседей, у татар, у мордвы. Но это не вина, а беда уже. Беда, это да, вот мы теряем. Мы живем сейчас за счет деревни.
пополняемся, а забываем о тех, кто проживает здесь. Ну, хуларан для цыгана это брат. Да, да, да. Но это уже как бы... Ассимиляция брат. Никуда от этого, конечно, не деться. Нам бы... Но все-таки надо сохранять, надо как-то сплачиваться все-таки. Вот, может, поселить ваше дом мало. Вырастая калазиады, я тебя вошла калазиады, выкалась мазы. Ах, само храм первый, Дмитрий Васильевич Кузьмин. Был Самара область, где вишня, ашиха кундан, он иржельяльный день, чем на районе день. Из Яндештем. Вара унда Самар облысында үсне, Чувашта қаласы үсмен. Ну, Чувашта ұланат болу, ұланат. Ну, Пурнидаламасында ұланат. Вырышта қаласады. Анжақта ол мүлі пызығы істері. Сәк вот энциклопедия Чувашта. А сколько он денег это? Вол, ол да жұл үслері сам. Да, 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 я вот тоже пыли. Да, визе миллионы лауқшы не дікірі. Это же из семейного бюджета, это же. Сябла, сябла. Это же не это. Ульяновск область не кашни яла, чашни чевашялные. Чевашка на марха, чевашка на майбурнаган ялзене. У нас Саратов область не, Пензу область не, сице весь курде. Малдан анкетизен забал за зюреде. Хайну к себе, хайн машины бе. Кайран тогда приксулдан анкетизен пусть аж за зюреде газа зюрезе. Кашни хай зюрезе. Вот она камгала, чевашка галас манжан на кам айплат. Вот милли пузыг история. МРЛК первым в Андрее иго гниги, иго энциклопедик лажах варджа. Вот сам вода сягам вексин зене, первым чавашнинг тупсан. Хамр вода турмала, изыгли милли. Да, да, да. Сябла клише првет? Да. Ну и рад, Вячеслав Николаевич. Спасибо. Паян лаха падере првул, хотям да бузан, мэнде бузан кала малы бузан, тогда зареку на чанзе и лепар, тогда мала кала зябар. У них нет чавашлах кала зябар. Вот тебе. Сегодня будет хамар передача наибор весь лет пер. Она передача на Николай Ларину журналист будет тебе дарор.